В зрительном зале нет свободных мест. И преданные зрители, и приглашенные гости. Всем хотелось в этот день поздравить артистов городского театра «Кукол Саквояж» с 20-летним юбилеем. Невозможно быть волшебником, если не любишь детей, если не любишь сказку, если не любишь тем, чем ты занимаешься. За 20 лет у театра «Кукол Саквояж» было множество спектаклей. И не только для самых маленьких зрителей. Руководитель театра Роман Соколовский любит эксперименты. В прошлом году состоялся даже тур по стране со спектаклем для слабовидящих «Белые ночи». Основой послужило произведение Достоевского. Декорации и кукол в этом спектакле зрителям можно было трогать. Просто я работаю, Весенний театральный сезон для юных зрителей откроется премьерным спектаклем авторской пьесы о двух друзьях-гномах. А сегодня куклы не работали для зрителей, а праздновали вместе с ними день рождения. Ощущение у нас сейчас даже, да, вроде бы 20 лет, а такое впечатление, что мы только-только начали, только начинаем, что хочется что-то изобретать, какой-то такой свой велосипед. Мы пытаемся брать какие-то новые технологии, новые какие-то тенденции, да, которые вот сейчас популярны в Европе, в Европейском театре кукол и у нас в России. Театр не стоит на месте. Сейчас Соколовский учится у признанных мастеров высшей школы деятелей сценического искусства. А значит, сочинского зрителя ждет много нового. Елена Овсецина, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.